Удобрения на 100 тысяч леев конфисковали брянские сотрудники погранполиции. Свыше 40 литров и 6 килограммов санитарной продукции из Испании и Украины нашли при проверке микроавтобуса, остановленного на трассе Катюжены-Брянцы. У водителя не оказалось никаких документов на удобрение, а на упаковках не было принятых наклеек с информацией об импортере в Молдову. Наказание водителю еще не назначено. Сначала нужно провести лабораторные анализы конфиската.